Всем привет! Рада всех видеть, много знакомых лиц. Кто нас не знает, представимся. Меня зовут Аня Широкая. Аня Науменко. Мы работаем в минском офисе Яндекса и помогаем нашим клиентам, нашим партнерам развивать свой бизнес благодаря нашим рекламным технологиям. И да, в прошлом году мы с Аней были тайными покупателями. Мы отправляли брифы в агентство и смотрели, как же нам продают контекстную рекламу, как же сильно агентства хотят развивать клиентов. Делали срез, аудит, отдавали его вам. Надеюсь, что год прошел успешно, вы сделали работу над ошибками, а мы приступаем к сериалу номер два. Мы хотим сегодня вам рассказать про возражения, вопросы, с которыми сталкиваемся мы, сталкиваетесь вы ежедневно, когда вам звонят, клиенты пишут. И все это мы сопроводим примерами и кейсами. Надо сказать, что мы сами работали в агентстве, не понаслышке знаем о том, какие вопросы поступают от клиентов. А сейчас нам поступают вопросы не только от клиентов, но и от вас, агентств. Поэтому мы знаем, какие бывают непростые вопросы, но должны сказать, что вы сами решаете, как относиться к вопросам. Будете вы человеком, который боится вопросов, или человеком, который воспринимает вопросы как свою точку роста? Согласимся с крутой цитатой Билла о том, что именно самые недовольные клиенты являются ценным источником знаний для вас. Согласитесь, наш мозг не Википедия. Мы все с вами сталкиваемся с вопросами, и нам необходима пауза, время, чтобы посмотреть эту информацию, вспомнить и обогатить себя и обрадовать своего клиента грамотным, компетентным ответом. Когда мы решили, что хотим поговорить с вами о вопросах от клиентов, то мы обратились к вам для того, чтобы вы выслали самые непростые, каверзные вопросы, которые вы получаете от своих клиентов. Должны поблагодарить вас за вашу активность. Нам прислали более 100 вариантов вопросов. И сразу скажем, что мы не все брали вопросы в работу, потому что будет не очень интересно обсуждать вопросы, которые имеют точный ответ. Например, да, нет, 10 копеек, 9 рублей, кнопка справа вверху в новом интерфейсе Директа. Мы брали только те вопросы, которые не имеют точного ответа. Сейчас мы предложим варианты решения этих вопросов и будем очень рады, если у вас будут какие-то идеи, и вы предложите свои варианты ответов. Начнем с самой верхушки айсберга, когда к вам приходит бизнес и думает о том, куда инвестировать денежные средства, что использовать, какой инструмент, канал, какую поисковую систему. Есть очень много субъективных мнений и мифов о том, что я пользуюсь этим каналом, я пользуюсь этой поисковой системой, мои клиенты там, мои соседи там и все. Но у каждого бизнеса клиенты — это миллионы разных людей. Поэтому мы, конечно, рекомендуем вам обращаться к четким цифрам статистики. Для этого вы можете пользоваться нашим сервисом Яндекс.Радар, в который вы можете зайти в любой момент и проверить количество трафика в разных поисковых системах в Беларуси. Причем рекомендуем вам смотреть статистику в разрезе разных типов устройств. Вы увидите, что цифры статистики будут очень сильно меняться. И обращайте внимание на количество визитов, потому что каждый человек, пользователь интернета, заходит в поисковую систему много раз. Например, за первое полугодие 2019 года, вы сейчас можете видеть это по статистике, Яндексом воспользовалось такое количество людей, что они дали более 30 миллионов визитов. То есть цифра огромная. Также на встречах с клиентами заходите в Wordstat. Смотрите, по каким ключевым фразам, продуктам клиент может получить трафик и какое количество показов. Прямо при нем вводите его продукт, выбирайте регион, где находятся его клиенты, вся Беларусь, Минск, наши областные города, и рассматривайте с клиентом количество показов, которые он получит в нашем поиске. От вас поступали также вопросы по бюджетам, потому что большая часть клиентов, с которыми мы с вами работаем, это малый и средний бизнес, и обычно они имеют ограниченный бюджет, и от них поступают вопросы, как им наиболее выгодным образом распределить свой бюджет. И у нас для таких клиентов будет следующий совет. Вы можете использовать автоматические стратегии с недельным бюджетом в например, 9 белорусских рублей. Это минимальное значение. Таким образом, клиент будет тратить 1 рубль 30 копеек в день или 36 рублей в месяц.
Если для бизнеса и эта цифра является слишком большой, то просто стоит задуматься, что для этого бизнеса на этом этапе его развития просто не следует рекомендовать платные источники трафика. Также в рамках ограниченного бюджета нужно максимально эффективно и оптимизационно подойти к его расходу. Посмотрите в метрике, кто целевая аудитория, кто она по соцдему, с каких устройств приходит. И помогите бизнесу поработать со ставкой на поиске. Увеличьте ее в том случае, когда нацелится объявление на его целевую аудиторию. И наоборот, уменьшите ставку на тех пользователей, кто менее конверсионен в его отчетах метрики. На слайде вы увидите процент рекламодателей, которые сейчас используют корректировки ставок на поиске. И нас радует, что цифра растет. Вы помогаете бизнесу. Увеличение количества трафиков продолжает быть очень актуальным трендом, и поэтому, конечно, много вопросов от рекламодателей поступает по мобильным устройствам. Есть предприниматели, которые видят, что их сайт плохо отображается на мобильных устройствах или имеет проблемы со скоростью загрузки. Такой предприниматель сомневается, будет ли для него выгодно использовать мобильный трафик. Также иногда бывает мнение, что с мобильного трафика хуже покупают. Если рекламодатель задает вам такие вопросы, то вы тоже можете вернуться в сервис Яндекс.Радар и посмотреть статистику по мобильному трафику. То есть если в 2016 году доля мобильного трафика составляла 22%, то в этом году она уже в три раза больше. Это 60% трафика от общего. Цифра огромная, ее нельзя игнорировать, поэтому если ваш клиент говорит о том, что у него есть проблемы с сайтом на мобильных устройствах, то просто порекомендуйте ему турбостраницы. Вы сможете их настроить для клиента очень просто, быстро и без привлечения программиста. Да, любому бизнесу важно слово «бесплатно». Он бесплатно получит турбостраницы и готовый лендинг. Работая с мобильным трафиком и оценивая его конверсии, необходимо обратиться к отчету cross-device в метрике. Вместе с клиентом смотрим данный кейс. Конверсии только с мобильного 1,6%. Что касается конверсии десктопа, 4,4%. И на этом этапе клиент может сказать, нет, давайте, что-то мобильно не так сильно конверсится, и, наверное, откажемся от него, невыгоден. Стоп. Смотрим на тот процент конверсий, который дают пользователи, которые пришли на сайт из мобайла, из десктопа. В десятки раз больше процент конверсий. И смотрите эти отчеты, убеждайте клиента в том, что ваша задача — принести ему в первую очередь конверсии, а не убирать какой-либо из трафика. Второй блок и вообще большое количество вопросов сталкиваемся именно в работе в сетях. Как отображается объявление? Часто клиенты хотят сами посмотреть и на каких площадках показываются, задать эти площадки перед запуском. Но также в сетях может быть трафика в определенный день больше, в другой меньше. И все это важно учитывать. Вы должны понимать, что какого-то стандартного объема трафика, который должен быть в той или иной рекламной кампании в сетях, не существует. На количество трафика влияет огромное количество факторов. И самое основное из них — это интересы пользователя. И у каждого пользователя большое количество интересов. Человек может быть автомобилистом, при этом хотеть купить игрушку для своего ребенка, быть недовольным текущей работой и искать какие-то курсы, и еще и мечтать о скором отпуске. И вот эти интересы, они изменяются постоянно. И также постоянно изменяется вокруг пользователя конкурентная среда. Кто-то из рекламодателей включает рекламу, кто-то выключает. Они меняют расписание работы рекламы, ставки, используют какие-то корректировки. И это, конечно, все влияет на количество трафика. Ну и мы со своей стороны тоже подключаем и отключаем какие-то площадки в нашу рекламную сеть, оптимизируем рекламные блоки. Это все тоже влияет на количество того трафика, который вы можете получать в сетях. Поэтому его колебания — это нормально. И зная большие данные, мы видим, что из года в год растет количество трафика и сетей на сайты наших рекламодателей. Вместе с трафиком растет и количество конверсий. И, конечно, очень здорово, когда вы в свою аргументацию приводите примеры, кейсы. И сейчас мы приведем в пример кейс
хочется особенно отметить белорусского рекламодателя, чем мы очень гордимся. Это кейс онлайн-агрегатора путевок в санатории. Называется проект «Санаториум», и он помогает россиянам найти качественный отпуск в Беларуси. Когда ребята захотели увеличить количество продаж, то они пошли в сети, потому что именно там огромное количество трафика и потенциальных клиентов. Они проработали семантику, использовали много околоцелевых запросов, экспериментировали с креативами, и они получили рост заявок более чем в 3 раза. Причем я могу сказать, что они не использовали никаких там волшебных кнопок, очень сложных стратегий, просто они качественно поработали сетями и получили крутой результат. Этот кейс, кстати, является публичным, то есть вы с ним можете подробнее ознакомиться на нашем сервисе Яндекс.ДВ. Еще один блок по работе с площадками — это желание изначально выбрать базу запрета. Это старая легенда и миф о том, что существует универсальный список, и вам могут такие, так сказать, вредители на поиске подсказать, что да, возьми мой набор площадок. Но этого не существует. Нужно анализировать результаты рекламных кампаний, смотреть действительно на данные вашего клиента. На примере, уже сейчас, по верхам, посмотрев на показатели отказа, глубины, мы можем сказать, что куфор 40% отказа, давайте, наверное, эту площадку в минуса. Идем глубже, основной же, конверсии, достижение цели, и именно эта площадка принесла хороший результат. Также часто в минуса мы видим, попадают площадки, связанные с погодой, ресурсы, которые не относятся к тематике бизнеса, то именно эти площадки также могут принести клиентов, потому что там очень разносторонняя аудитория, которая интересуется большим количеством продуктов, услуг. Пожалуйста, анализируйте и используйте минуса максимально грамотно. Если уж мы начали говорить про сети, то давайте сейчас затронем вопрос медийных кампаний, потому что этот инструментарий очень активно развивается в Директе, новые таргетинги, новые форматы добавляются и увеличивается количество вопросов от рекламодателей. Некоторым из них непривычно работать с рекламой, с моделью оплаты за показы. Они сомневаются, будет ли для них это выгодно. И еще сталкиваемся с мнением, что медийные кампании — это все-таки, наверное, для каких-то очень крупных брендов, у которых большие бюджеты и собственные продакшены. Да, у нас был доклад по видеосетке замечательный, который рассказал и раскрыл. Действительно, медийка работает на 2 уровнях. И на имиджевой истории, на верхнем уровне воронки продаж. Она вызывает рост лояльности к бренду, к логотипу, к продукту. И действительно, может быть, отличная история пиара и охвата на страну. Но и вторую задачу перформанса медийка также решает, благодаря ее уникальности при выборе форматов. Это и баннеры, и видео, и аудио. При нашем отношении к качеству показа. Мы засчитываем показ, когда баннер либо видео попало в зону видимости 50%. И 2 секунды клиент был во внимании, он смотрел на этот креатив. Также важная оценка — это можно зайти в этот продукт с порогом в 30 белорусских рублей. Ну, думаю, такой бюджет не только, да, у Coca-Cola. Такой бюджет даже у ЕП. Также замечательный набор интересов. В медийке можно выбрать больше 250 интересов. Целевая аудитория и ее портрет может быть и семья, и состоят в браке, купили автомобиль, искали тур и еще хотели купить стиральную машинку. Всех их можете благодаря крипте и медийным кампаниям найти и показать им ваш продукт. Я бы вот еще добавила, что при модели оплаты за показы, при хорошей проработке рекламной кампании вы имеете шанс получать клики даже дешевле, чем при модели оплаты за CPC. Потому что если вы очень точно определите свою целевую аудиторию, сделаете персонализированные креативы, которые будут цеплять эту аудиторию, то у вас будет большее количество кликов на те 1000 показов, которые вы оплатили. Таким образом, цена клика может получиться для вас очень приятной. И в доказательство кейс. Клиент грузоперевозки. Казалось бы, эти рекламодатели часто хотят перформанса, хотят считать свои деньги, лиды, сколько было заказов. И они это сделали.
И первый шаг была медийная кампания. Крутые, яркие креативы, да, немножечко бренда. Но затем они старгетировали эти креативы не только на интересы ремонт, грузоперевозки, такая классическая база, но и взяли интересы, связанные с покупкой техники, с покупкой крупногабаритного груза. Они хотели поиграть в долгосрочную. Когда клиенты будут приобретать продукты, они потом будут нуждаться в их услугах. И также собрали на баннер пикселем аудиторию, которая смотрела креатив, и повысили ставку на поиски. Вот эти долгосрочные действия, клиенты, когда купили технику, пошли в поиск и нуждались в грузоперевозках, грузовичков выигрывал аукцион, он уже был им известен, у них вызывал уровень лояльности был повыше, они переходили. И клиент получал лиды, конверсии и то, что он хотел, благодаря связке медийным компаниям и поиску. Еще к нам поступали вопросы о нашем сервисе «Прогноз бюджета», который позволяет посмотреть, какая ставка будет рекомендована для бизнеса клиента. Вы спрашивали у нас, верите или нет этим цифрам. Тут надо сказать, что этот сервис, он является прогнозным, и он дает только ориентир ставки, потому что на реальную ставку, которая у вас получится, влияет много факторов. То есть, например, вот здесь на слайде вы видите пример прогноза для продажи айфонов. Сверху прогнозные цифры, а снизу те реальные цифры, которые получились в рекламной кампании. И реальные цифры, они меньше, чем прогнозные. Эта ситуация вполне нормальна, потому что сначала система учитывает прогнозные показатели качества трафика, CTR, но при качественной проработке рекламной кампании реальные показатели качества кампании могут быть, должны быть выше, чем прогнозные, и поэтому получается итоговая ставка ниже. Поэтому вы можете этим инструментом пользоваться для ориентира, но идеальный вариант, конечно, когда вы с клиентом оговариваете какой-то тестовый бюджет, работаете с ним, получаете реальные цифры, статистики, которые могут быть для этого проекта, и уже потом используете их для долгосрочного планирования. Следующий блок — модерация и вопросы, когда мы ждем ответа от модерации, документы высылаем, когда тематика у вас в зоне запрещенной, либо требует каких-то дополнительных аргументов, гарантийных писем. И в это на помощь десяткам тысяч заявок, которые приходят каждый день в нашу модерацию, у нас существуют автоматические механики, которые делают проверку, пропускают либо не пропускают креатив. Помимо автоматической модерации, есть ручная проверка, где наши коллеги помогают вам и рассказывают, что необходимо предоставить, что необходимо исправить, чтобы в первую очередь вас пропустили, креатив был показан, а во вторую, самую важную очередь, вас обезопасить. Просим вас относиться к модерации как к защитнику бизнеса, защитнику вашего клиента с точки зрения соблюдения всех требований нашего законодательства. Это самая важная задача нашей модерации. Не обижайтесь, когда отклоняют, не обижайтесь, когда необходимо подождать. Просто воспринимайте его как помощника в первую очередь. И на слайде представлена еще почта, где сидят коллеги, ручная модерация, которые всегда готовы помочь. Если вы им напишете, они примут все необходимые меры. Вы видели, что мы использовали в ответах на вопросы кейсы. Это всегда очень хорошо действует на клиентов. Им приятно понимать, что тем путем, который вы предлагаете пойти, уже кто-то ранее ходил и получил позитивный результат. Поэтому обязательно заходите на наш сервис Яндекс.АДВ, и вы можете там найти историю успеха наших клиентов, использовать их в аргументации перед своими клиентами в качестве каких-то идей. И очень ждем от вас историю успеха, что вы поделитесь с нами какими-то позитивными кейсами на пользу рынка. И если у вас есть какие-то истории, которыми вы хотите поделиться, пишите. Наши контакты вы видите на слайде. Спасибо. Хочу пожелать вам быть позитивными и бояться, когда клиенты молчат. Вопросы — это отличная точка роста. Спасибо вам. С ними можно работать. Спасибо. Вопросы? Ну что, коллеги, найдем точки роста для Ань. Ваши вопросы? Привет, спасибо за вопросы, ответы и так далее. У меня есть такой вопрос. Вот много говорим про рост мобайл трафика, да? И кто-то с мобильных пользуется Яндекс.Поиском или нет? Я к тому, что вот, допустим, интеграция Яндекса как RCA в мобильном трафике, мне понятно.
А как-то будет еще Яндекс интегрироваться в мобайл, потому что, ну, как бы, вроде так, по факту, все пользуются Safari и Google, если говорить про контекстную рекламу, но не Яндексом. Спасибо. Спасибо. Супер. Дайте. А подарок можно? Подарок можно? Так, что у нас из сувенирки есть? А поднимите руки, кто еще пользуется. Нужно было еще микрофон потом вот так сделать. Супер, спасибо большое за ваш отзыв. Я немного хочу добавить, на самом деле, про мобильный поиск, если позволите. Яндексом пользуются мобильным поиском. В той же России пользуются больше даже, чем другой компанией, вот, назовем это так, да, особенно на Android-устройствах. Поэтому мы надеемся, и в Беларуси люди будут выбирать именно нашу компанию для мобильного поиска. Да, тут у нас еще есть дополнение. Я хочу напомнить свой слайдик про то, что 15% кликов приходится с поиска с мобильных устройств. Им пользуются. А есть где-то в каких-то кулуарах узнать, ну, вот как раз-таки, какое количество хотя бы в России людей, которые пользуются именно при установке? Радар. Яндекс.Радар. Яндекс.Радар. Там, да, прямо сейчас посмотреть, можем посмотреть, да, статистику прям, да, в России, сколько пользуется. Да. Прямо сейчас и можете посмотреть, да. Как мы и обещали, мы вышлем потом материалы. Вот Люда как раз приводила пример, сколько трафика идет с мобильного пояса, с поиска, с десктопного поиска и с RSIA. Вот 15% в Беларуси именно с мобильного поиска трафика идет рекламного. А есть еще такое мнение, говорят, там бытует где-то, что в ближайшее время лоббируется какой-то закон, что на территории Российской Федерации в априори операционная система, ну, будет преустановлена с Яндекс.Поиском. Android. Да? Нет? А, или, ну, это так? Я тоже... Ходят легенды, вот они и ходят, легенды. Ходят, ну, да? Пока. Ну, смотрите, да, давайте, по поводу законодательства, почему в России сейчас очень сильно выросла доля мобильного поиска. Раньше были предустановки, и на Android-системах была предустановлена система Google поиска. Да? Потом в России антимонопольное законодательство ввело законопроект, согласно которому пользователь при первом обращении к телефону сам выбирает, чем ему удобнее пользоваться. И это позволило нам очень сильно вырасти, потому что люди выбирают Яндекс. То есть мы не навязываем именно предустановку Яндекса. Мы предлагаем пользователю выбор, и нас выбирают. Поэтому наша доля растет. Мы будем очень рады, если в Беларуси это удастся реализовать, потому что мы за честную конкуренцию, за выбор для пользователей. Спасибо. А еще можно отвечу немножечко на вопрос, который был, что мы делаем ради того, чтобы к нам в поиск шли. Это Люда рассказывала на слайде, где мы в поиске делаем людям помощь, отключение воды, делаем быструю выдачу, да, делаем какие-то колдунщики, дополнительные блоки, виджеты, чтобы помогать. Ну, то есть мы решаем задачи, люди раз решили, два решили, рассказали другу, сарафан сработал. То есть Яндекс делает поиск лучше, ответы русскоязычной аудитории делают круче. Поэтому вот это тоже наша большая работа, чтобы в поиск к нам пришли из мобайла. Коллеги, а что по поводу возражений? Неужели никого их нету? Никто с ними не сталкивается? Или мы все учли? А может быть, у кого-то есть свой вариант ответа на один из вопросов, который прозвучал от клиентов? Спасибо. Я не за возражение, я тоже пользуюсь Google, но после, когда Дима пришел к нам в гости, я тренер курса Хайтин, который еще никто не знает, мы сильно не афишируемся, но после Диминой информации я человек не жадный, но практичный. Когда мне надо что-то скачать, я долблю, и Google не дает мне той информации, которую мне дал Яндекс. Спасибо. Книги, которые хочется, конечно, читать бумажный вариант, но иногда надо что-то, вот какой-то кусочек, и это именно я скачиваю на Яндексе. Я сейчас... Спасибо. Да, это серьезно. У меня на айфоне, на маке, конечно, Google впереди планеты пока. Но еще хочу сказать, что я люблю очень смотреть популярные сериалы, которые Google тоже не дает сразу, а Яндекс дает сразу полную версию. Поэтому, в принципе, да, спасибо, Яндекс. Большое спасибо. Спасибо, Дима. Вам за обратную связь, да. Большое спасибо. А вот еще руки. А, Вик, да, вот здесь еще у молодого человека вопрос. И вот там у девушки вопрос. Мы обязательно ко всем дойдем, не переживайте. Ну,
спасибо Аннам за доклад, очень интересно, как всегда. У меня на самом деле не то чтобы даже вопрос, а такое предложение на размышление. Еще в начале года Яндекс проводил эксперимент. Он новым рекламодателям давал 300 рублей на счет, то есть возврат. Потом этот эксперимент в Беларуси отменили, я так понимаю. Ну, особого эффекта на рост рекламодателей не было, ну, он не оказывал. И вот мы часто говорим о инструментах Яндекса. Тот же поиск на мобайле, который проигрывает на белорусском рынке Гуглу. Возможно, было бы уместно как раз-таки вот эти какие-то денежные дотации новым рекламодателям от Яндекса давать не на все, а конкретно на те инструменты, которые Яндекс хочет продвигать активно в Беларуси, на тот же мобильный поиск, на ту же видеорекламу и так далее. Фокусное премирование, да? Мы вас услышали, это спасибо, вот ваша обратная связь, она дошла. Мы услышали. На самом деле тут большой вопрос с технической точки зрения, как это реализовать для нас. То есть фокусное премирование — это классно и хорошо, но в любом случае, если мы делаем какое-то фокусное премирование, мы, допустим, отдвигаем ту часть бизнеса, которая этим продуктом конкретным не пользуется. Ну, условно говоря, если мы премируем только десктопный поиск, то, например, тематика вызова эвакуаторов, она страдает, потому что тут все, наоборот, в мобильных. Или наоборот, те, кто, ну, специфика бизнеса фокусная, да, она, скажем так, будет на, как бы на обочине этого движения. Поэтому тут очень нужно осторожно подходить, а с другой стороны, техническая точка зрения тоже очень вызывает вопросы. У нас еще вот был в той части зала вопрос. Вик, а можете руку поднять? Да, спасибо. Добрый день. Вопрос такой. Делали исследования, как влияет на имидж вашей компании тот факт, что иногда при установке каких-то программ, если ты не глядя нажал везде «Окей, окей, окей», у тебя останавливается Яндекс.Браузер в миллионный раз. Браузер. Вот коллеги из Яндекс.Браузера помогли бы сейчас, а вот мы за Яндекс.Директ, дисплей. Ну, на самом деле, я могу тоже прокомментировать. Это уже давно не так, этого уже давно нет. По исследованиям, ну, это было действительно, были предустановки, там, допустим, браузера или тулбара в браузере, но мы решили от этого отказаться. Спасибо, что решили отказаться. Коллеги, может быть, еще вопросы? Да, у меня. Ага. Касательно поиска, мобильного поиска Яндекс, появилась, наверное, не так давно персонификация, то есть если там, при повторном запросе у тебя уже на первых строчках сайт, который тебя раньше интересовал. Вопрос, собственно, как отражается на показе, например, рекламы баннерной вне использования инкогнито? То есть получу ли я какую-нибудь баннерку из того, что я гуглила в инкогнито, точнее, извините, в Яндекс забивала в инкогнито? Тут, наверное, будет зависеть от рекламодателя, как он настроил свою рекламу и какой он таргет выбрал. Может быть, корректировка сработает. Но я использую Яндекс. Если инкогнито, то просто будет выдача независимая. Ну да, то есть в режиме инкогнито мы не отслеживаем какие-то поведенческие характеристики. Это как раз-таки режим чистого листа. Когда вы его открываете, вы можете искать все, что угодно, потом вас догонять эта информация не будет. Ну, то есть... Но на поиске это так работает, если ты один раз вбил Яндекс, даже в инкогнито зашел на сайт. Но это к вопросу определения пользователя, вопросу работы крипты и так далее. То есть, грубо говоря, вы когда открываете режим инкогнито, вы попадаете на чистый лист, и для нас вы как будто бы новый совершенно пользователь, который раньше не был в Яндексе. Если вы там что-то поискали в инкогнито, ушли, все, вот был когда-то там тот пользователь, но вы на своем старом компьютере остались другим пользователем для нас. То есть режим инкогнито — это как раз-таки режим, который позволяет инкогнито что-то искать в интернете или смотреть, или читать. То есть не сохраняется информация о вас в режиме инкогнито. Ну, короче говоря, сохраняется, потому что я писала в Яндексе «Кафе Минске», там на второй странице выбрала кафешку, и в следующий раз я уже закрыла вкладку, зашла заново, «Кафе Минск», и на первом месте была эта кафешка. Совпадение, ну, а почему не вы не думаете, что просто сыграл аукцион, ставки повысились, и просто по-обычному вам показалась эта кафешка? Ну, окей, спасибо. Спасибо.
Спасибо. Хороший вопрос. Коллеги, ну, в принципе, я предлагаю перейти уже к следующему докладу. Большое спасибо, Аня. Всем спасибо. Очень круто.